Ну что, всем привет, ребята, и сегодня мы посмотрим на журнал LEGO Star Wars, первый номер 2016 года. Хотя у Ниндзяги уже был, уже должен быть у Ниндзяга второй выпуск. У Star Wars только первый. В общем-то, вот такой комплектик, давайте сразу его откроем. Здесь вот такая на вот этой штуке пакетик у нас. Достаем. Пакетик мы откладываем на потом. И, собственно, вот такая вот у нас обложечка. Сегодняшняя наша игрушка «Сокол тысячелетия» в наборе. У меня такая была, чисто отдельный наборчик. Сокола, потом плакаты. Йода пробуждает силу. И, в общем-то... вот тут написано почему-то 42 детали Лего. Ну, в общем-то, ладно, давайте откроем, посмотрим, что нас ждет внутри. Здесь, как обычно, вот эта вот страничка в стиле титров. Здесь у нас содержание журнала. Так, страничка про наш подарочек, про Сокол тысячелетия, только нету почему-то... А где инструкция-то? Здесь просто, наверное, информация какая-то. Обычно здесь должна быть инструкция. И начинается у нас комикс «Час Экзагорта». «Час Экзагорта». Так. И вот у нас пошел, собственно, сам комикс. Можете... Вот мне интересно, надо будет проверить, видно ли хорошо, допустим, если через паузу читать или нет. Ну, в принципе, никто ничего такого не писал, что не видно, и поэтому, значит, думаю, хорошо. Потом здесь у нас страничка поиска. Это вот нужно было различие найти у истребителя. Такой... Красный какой-то, все в красненьких тонах таких. Кабум-бум-бум. Дальше у нас про игрушки. Реклама, деревня Эвоков. Слушай, такая довольно... Я такой просто не видел наборчик. Довольно необычный такой, прикольный. Здесь просто с задним фоном таким, и все так смотрится очень прикольно. Вот, о чем я и говорил. Здесь имперское досье на Люка Скайуокера. И вот, видите, здесь сделали теперь в 2016 году отдельную инструкцию. Возможно, потому что много деталей здесь будет в этом пакетике. Он такой достаточно большой. Даже они даже написали, я даже вам показывал. Вот, 42 лего-детали. Возможно, поэтому отдельная страничка у нас с этим. Ой, и у нас сразу плакат. Давайте посмотрим. Так, не понял. Смотрите теперь, как сделано. Слушайте, вот еще одно... Плакат у нас получается... Ладно, сейчас сниму, и тогда я покажу, чтобы понятно было. Здесь вот новая система с этими, со средней страничкой. Теперь получается так, что средняя страничка, это напополам... Я не знаю, будет ли так всегда в 2016 году, но здесь так. То есть с этой стороны у нас около тысячелетия вот такая инструкция на целых два листа получается. Соответственно, два листа. Вот такая большая. А с этой стороны у нас... Вот, кстати, вот. Постер вообще прикольный. Смотрите. Начинается вот начало, первая его часть. И вот нижняя часть, вот это вообще, я не знаю, они, возможно, посмотрели мое видео, мои предыдущие видео и все, что критиковал. Вот этот постер офигенный, все круто. Смотрите, со спецэффектами даже, вот этот вот взрыв, вот эти вот выстрелы, все дела. Снизу стоят вот фигурки, вообще очень круто. Постер, вот этот постер мне нравится. И нету вот этих надписей, которые мне так нравились. Постер супер, зачет, ребята. И давайте продолжим. Так, следом у нас идет загадка, это восстание звезды смерти. Вот такая штука здесь, наверное, нужно найти, где какой персонаж. Вот, дальше следующий комикс «С ног на голову» он называется. То есть, получается, два комикса различных здесь, две истории. Вот рассказывается дальше. Бам-бам-бам-бам, свуш-свуш, прочие штуки, крах. Так, вышли мы на загадки, потом на охоту за словами. Нужно тут, типа, найти слова из... Звездных войн, скажем так, тени прошлого какие-то. Дальше у нас фан-уголок, стандартная рубрика. Вот прикольно здесь. А, здесь рекламка кино... Ха! Слушайте, в кино 17 декабря вышел в 2016... 2015, журнал 2016 года уже все посмотрели, но здесь все равно рекламируют. Собирай баллы, получай призы какие-то здесь, что-то непонятное. И выбери сторону силы еще. Так, в следующем выпуске у нас суперигрушка... Спидербайк Люка. Очень круто. Видите, написано? Очень круто. И классный постер. Да, постер, значит, будет по одному. Вот это тоже, кстати, постер суперский. Они, прям, смотрите, как-то пересмотрели. Лучше вместо двух стрёмных один крутой постер. Вот это мне уже нравится. С нетерпением буду ждать следующий выпуск. И здесь вот прикольная штука. Крутая маска генерала Гривуса. Знаете, вот такая вот масочка. Как сделать? Внимание. И здесь еще одна, как обычно, крутая маска Боба Фетта. В общем-то и все, давайте перейдем к нашему пакетику. Итак, вот такой у нас сегодня пакетик, Limited Edition 5+, Millennium Falcon, Тысячелетний Сокол. Сзади вот эта деталька один к одному, и, собственно, давайте откроем и посмотрим на все это множество деталек. Кстати, забыл инструкцию сразу сделать. Офигеть, первый раз такое.
Смотрите, сколько деталей. Самый большой. Смотрите, очень много. Реально получается то, что теперь будут не фигурки, но то хотя бы деталек будет больше, и будет интереснее все это собирать. Очень круто. Ну и теперь давайте как-то это все попробуем собрать. Я буду, наверное, все это собирать онлайн, потому что, ну, в смысле, не буду, но быстрее не делать, соберу все так, потому что, мне кажется, здесь не настолько много деталек, чтобы это все, собственно, так перематывать. Ну, хотя, возможно, не знаю, деталек много, поэтому как получится, потому что говорить и собирать тоже, знаете ли, не так-то просто, поэтому не знаю, как получится. Возможно, буду что-то отчасти вставлять, что-то нет. Сюда вот такие синенькие какие-то здесь штучки идут. Вставляем синенькие, а на синенькие вот такие вот маленькие нашлепочки. Вот такие. С обеих сторон. Так, дальше мы берем прозрачную штуку из вот этих вот. Делаем что-то эдакое. И ставим сюда. Так, ставим сюда. Дальше. Так, дальше делаем две вот такие детальки и ставим их вот сюда. Это типа все у нас будет типа стекло. Раз деталька и два деталька. Так, следующий у нас этап. Мы ставим вот такую вот деталечку вот сюда. Теперь мы переходим на вторую часть инструкции. Теперь собираем дальше все это дело. Ставим вот такую штуку, сделали мы теперь вот такое прикольное. Так, далее берем две вот этих вот шпунки, одеваем сеточку и ставится все это вперед. Вперед сюда. Теперь собираем такую же, как мы собирали вот эту вот, типа, скажем так, лопасть. Такую же вторую. Не лопасть, но вот эту штуку, короче. А кое-кто лопух неправильно собрал мальца. Это все должно вот как быть на самом деле. Вот сюда. А это идет вот сюда. Вот такое у нас получается все прикольное. Далее у нас все это накрывается вот такой кругляшкой. И уже на кругляшку мы одеваем различные штуки. Пипки. Одеваем пипки. Так, вот сюда как раз мы эту деталечку еще одеваем. Потом еще у нас остается, пропустил вот это вот. Она должна была вот сюда одеваться. Потому что я думал, останется деталька. Ни одной детальки не останется. Дальше, последний шаг. Последний шаг это вот эта штука. Типа локатор. Вот такой. Давайте-ка его поставим. Ставится вот сюда он. И, в общем-то, все. Получился у нас вот такой вообще очень прикольный, большой. Гораздо сложнее, чем был до этого корабль «Тысячелетний сокол». Вот, он у меня еще есть большой. Сейчас давайте-ка я их вам вместе покажу. Вот, смотрите, вот он. Слева слегка увеличенный, скажем так. И уже с Ханом Соло, с фигуркой у меня был вот такой вот, в общем-то. Вот он. Но это тоже достаточно большой. То есть, понимаете, вот это был отдельный набор, а это просто в журнале вы получаете уже вот такую штуку большую. Она больше предыдущих различных пакетиков, которые были в 2015 году. И давайте завершим это видео. Ну что, друзья, это был вот такой вот первый выпуск 2016 года LEGO Star Wars. Нетерпение буду ждать выпуск номер 2. Надеюсь, вам понравилось. Если это так, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте и ждите мои все последующие новые видео. И всем пока!